Я влюблюсь, любишь люк, сердце дышало, да, только дышало. Слезы водопад, тека водопад, я знаю. Жаба как гурили, жаба как гурили, что хочешь. Алло. Здорово. Сейчас. Здорово, мужики. Короче, чуваки, я вам просто объясняю нахуй так по-нашенски, блять, без всяких нахуй каких-то скрытых мотивов и так далее. Вы сами прекрасно видели последний месяц, как мы все стримили и как это происходило. Мы все ждали какого-то ивента на втором, которого, ну, как вы видели, особо не было. Ждали. Ну, катались нахуй АФК, вы сами видели, блядь, ну какими мы сидели на стримах нахуй, пацаны. И все прекрасно все понимали, что переход близок наш, потому что, ну, мы реально чего-то ждали, но этого ничего не произошло нахуй. Мы играем на Маджестике, играли уже очень большое время и попробовали все как бы. Ну, и со временем это надоедает, пацаны. Здорово, мужики. А есть вариант биту мне подарить, я новенький просто. Девочка. Девушка. Нихуя у тебя, ты, блядь, новенький. Ну, биту, пожалуйста. Ты мне кибизе, я тебе биту. Слушай, пизду, ну, помню, давай. Я тебе биту подарю. Слышь, синьорита, пойдем грязно в углу появимся. Как тебе? Да, или чекушку так отлежу, да охуеешь, ебать. Слышь, это ты вчера там, да, была в кофейне, слышь, базарила с нами. Слышь, ну пойдем пару раз яйца в рот мои возьмешь, как тебе? Вот это, а слышишь? Чего? Мне говорят, что налить хочешь, я понимаю. Минера, ты чё? Чё? Пойдём, сладкая. Киска. Хули ты тут? Ты чё, знаешь, блин, даже я не знаю. Чё у тебя за подкаты такие стрёмные? Дай мне биту. Да заебал, пизду полежу, биту подарю. Ну, точно? Ну, не знаю, я подумаю. Да смотри, я тебе готов отлежу, ты. Пойдём за биту отлежу. Ладно, пойдём. Ты мне точно биту дашь, если я тебе пизду полежу? Я еще никого не наебывала. Не, мне нужны гарантии. У меня будешь первой. А как я не наебу? Что-то мне хуёво, слышь, вообще. Стойки, я тебе так уже, а там это... Правда? Ой, спасибо. Стой. Стой. Что? Меня слышно? Сука, блядь. Ну вот и бита! Вот он, настоящий гангстер. G-I-M-M-Y. OG Dimasti. Врубаешь, сука. Это Бала Гэнг. Это Элла. Холла. Это Холла Гэнг. Это Бала Гэнг. Плюс бита, блядь. Очень ты сильно до сих могу. Пор злишься за сбор это, апельсинов. Очень могу. О, блядь. Ебать! Это что за хуйня? Вы мне скажите, это Нес. Что нам нужно собрать? Сколько апельсинов? 100%, чтобы было. Си, бать, дайди планшет. Планшет, просто три просто, да. Мы сделали сейчас уже 16%. 16%, а нас 100. Надо 100. Мы идем собирать апельсины? Да, мы собираем уже давно плай, все должны собирать. Чем больше людей, тем меньше ебутся все остальные. Столько, я тебе соберу столько апельсинов, чтобы ты себе сделал охуенную сангрию. Хорошо. Сейчас мы съебемся по бырику. Ебал я эти апельсины таскать нахуй в корзиночке. Ебать, мне что заняться нечем нахуй. Я поеду, лучше пизду отлежу за вторую биту. Правильно нахуй? Апельсины, если не секрет. Чё? Брат по машине, говорю. А ты откуда? Я с Веги. А ты? Откуда? С Веги, говорю. А ты откуда? Подожди. Футбол для фаната! Ты откуда? Йоу, слышишь, да мы недавно тут братками заехали, мы вообще сами с Централа. Врубаешь? Не, без... А, я понял, всё. Мы, короче, сейчас территории расширяем свои, весь город под себя будем брать. Это Бала Гэнг, you know what I'm saying, да, you know what I'm saying, да, you know what I'm saying, yeah, это Бала Гэнг, это Холла Гэнг, это Холла, это... Понял, заряженный, короче, мы там всё, ну, типа того, да. Удачи вам тогда, пацаны. Йо, слышь, можно проверить, сколько бита снимает? Много, она почти фулл хп дает, сразу говорю.
ладно, извини. Поехали. Чуть типа нахуй не шотну. Так, поехали купим майнинг-ферму. Там я видел компоненты, нужно вот тут покупать, это я точно знаю. Посмотрим, что это за майнинг-ферма вообще. Ой, блядь. Ебать, он не где он? Бля, братишка, давайте денег дам, я не специально, мне просто бумер еще не научился управлять. Ебать, он где? Только стой, можно еще одну услугу попросить? Хочу проверить, как бита дамажит. Можно? Я тебе еще денег дам, если что. Можно? Напиши, да, нет. Угу, только на месте стой. Ой. Положу деньги человеку на труп. Нужен легкий гайд. Что тут нужно покупать? Так. Компоненты майминга. Флешка с ПО. Короче, все самое топовое, да, покупать? Типа вот 1080 с ПО. Ryzen 9. Ты что делаешь? Ты ж полудурок, блядь, сними. Ты что делаешь, мужик? А, он тебя тоже, да, связал? Да, да. Уебан. Сейчас я ему отомщу, братишка, сейчас. Он меня ограбил. Он меня 45 тысяч забрал, хуй. Может тут? Опа. Я сказал, не мешай! Ой, блядь. Бать, меня размаслили нахуй! Слышишь, что у нас меня дебилы? Это копы на такой тачке? Нахуя? Взял пенифрилин, еще начал оказывать первый. Бля, мужики, ну не надо, ебаный в рот. Они тут. Граждане, ну здесь же просто 5. Стоп. Держи. За что? Достался ретро кармана, пощупал человека на пол. Подождите, я сам оборонялся. Ну вы это в суде будете доказывать, оборонялись. Да каком суде, Уэйн? Ну подождите, йоу, врубаешь? Мэн, этот, короче, тип просто на моего братка напал. Это классное легальное оружие. Йоу, я под прикрытием работаю. Судя по этому. Точнее, под прикрытием. Слышишь, давайте договоримся как-то. У меня, ну... Не-не-не-не-не. Блять, они... Так вы взятки хотите? Адвокаты, слышишь меня? Вызывай. Офицеры, здорово. Слышишь, офицер? Блять, да ёбните меня, ну... Убейте его, блять. Это хороший... Это ты, чмо, которое меня задерживало. Я тебя в рот ебал. Сука. Йоу, слышишь, йоу, бро, можешь мне по голове дать нахуй, чтобы я... Не тут. Стой. Сейчас я вот туда заползу. Давай. Так, броников. Дайте броники, блядь, оружие, все, дайте. Что нахуй, бааа!
Ренч в соло, нахуй! Еще и КБЗшку засейвил, две штуки, нахуй. Красиво, блядь. Главное, чтобы ебан сейчас не застримснайпил. Надо экран закрыть. Блядь, что я сделал? Ебать, я долбоеб, что я сделал, нахуй? Чтобы он не знал, где я лежу, нахуй. Все, давайте, всем ББ, до свидания, нахуй! Все. Давайте, ББ.